Всем здорово! Сегодня у нас еще один матч на очереди, который попросили, естественно, записать. Все как всегда. И это матч у нас будет, видимо, долгий, потому что это матч 6 человек и, как всегда, лестницы. Удивительно, что нету в этом бое CM Punk'а. В общем, я буду играть сегодня за Кейна. Естественно, оденем ему масочку. Кейн без маски считает, что это не Кейн. В общем, берем Masked Kane. Потом против нас будет сегодня Крис Джерихо. Выбираем его. У него ничего нету, костюмчиков. Потом Эзекиэль Джексон. Затем Артруф, Дэниел Брайан. Так, Артруф, Дэниел Брайан. Так, где же ты, Дэниел Брайан? Так, Дэниел Брайан и Синкара. Но какой? Я что-то не видел. Сейчас быстренько загляну в группу. Гляну. Какого же Синкара? Ну, вроде бы обычного. Я не видел, чтобы там было написано, какого. Так. Сейчас. Ну да, здесь просто написано Синкара. Ну, возьмем, значит, фейса Синкару. Обычного, не Унику, а Синкару. Так. Заходим, соответственно, в созданные. Это не тот. Вот наш Синкара. Выбираем. И, в общем, вот так вот. Нет, не вот так вот. Сейчас посмотрим. Грузится долго, потому что есть созданные чувачки. Вот видите, картиночка Ван Борна. В общем, вот весь состав сегодняшнего нашего матча. Кейн тут, видно, явно лидером смотрится, но также Крис Джерико и Эзекиэль Джексон, но остальные не знаю. Ну, Дэниел Брайан, ну, в общем, кому как. Выходы пропустим, но их и не должно быть. В общем, play нажимаем. Кстати, Ван Борн, ну, может быть, вы видели уже новость, что, видимо, скоро Ван Борн покинет WWE. Я не знаю, будет это или нет, но такая новость есть. То есть, он вот этими своими двумя выходками с марихуаной хотел добиться увольнения WWE. Ну, не знаю, видимо, он сам может скоро уйти. Ну, не буду ничего говорить. Ну, просто есть такой слух, и как бы сайт там один его подтверждает. В общем, начинаем гаситься, точнее, мы уже начали. Тут, видим, кто-то уже занес лестницу, я не видел, кто это, вроде бы это Эзекиэль. Нравится мне этот костюм Кейна. Достанем стул, набьем кому-нибудь по лицу. Синкара вот получает у нас. Что-нибудь еще с ним сделаем, вот так вот. Тычок и DDT сейчас будет на стол. Да, вот так вот, DDT. Возьмем еще стол, еще побьем Синкару. Так вот сверху огреем. Ладно. Куда побежал? Бульдог получает Синкара. Ага, встает он резко. Видим, злится на нас. И что? Хурикан рану нам делает. У нас есть сигнатура, кстати. Нужно ее кому-нибудь сделать. Так. Сделаем сейчас что-нибудь Синкари. Вот он сидит у нас, и сейчас будет, наверное, суплекс. Да, суплекс и удачно. Так, Эзекиэль здесь у нас стул взял наш. И получает чок-слэм. Нет, не чок-слэм. Ага, вот так вот кик. Дроп-кик в лицо прям. И сделаем, что мы сделаем. Так, чок-слэм или томстоун. Наверное, чувак слэм. Что-то я никого взять-то не могу, а? Да блин, что такое? Да блин. Вот, Джерику попадается к нам в руки. Чувак слэм сейчас будет. Бах, удачно. А, Эзекиэль поставил лестницу, но Синкара ее сдвинул. Так. Блин, да что ты? Ну все, нарвались на вертуху, ребят. Начинаем крутиться. Вау, вертолетик. Забавно за Кейном так наблюдать. Как у него голова еще не закружилась. Затащила в турбину нашу Синкару. Кто еще следующий? Ну что вы, ребят, подходи по одному. Ну уж прям. Мунсолт неудачный от Криса Джерико. Ладно, я устал крутиться. Нахер выбросим эту лестницу.
Тут Эзекиль что-то бегает. Ага, Синкара реверсирует. Вырывается от нашего захвата. Блин. Да блин, да что ты? Да блин, попасть не могу. Вот, DDT. Проводим на Криса Джерику. Ставим лестницу. Криво. Подвинем ее немножечко сюда. Вот, ну, вроде нормально. Попробуем потащить чемодан. Далеко, видимо. Да, далеко, нафиг спрыгнем. Эзекиль захотел выйти, но я ему не дам. Сделаем бульдог ему. Сделаем бульдог Синкари. Так, у нас есть сигнатура. И сделаем ее Крису Джерику. Снова будет сейчас дропкик. Вот так вот. Неплохо. И есть у нас финишер, конечно же. Ага, Синкар тут нам делает Франкенштейн. Ну или хуль... Нет, не хуй Конрад. Ну, Франкенштейн, думаю, будет правильно сказать. И здесь у нас Артруф нарывается на наш Чоук Слэм. Отлично. Нормально. Подергиваем ногу Эзекиилю. Поднимаем его. Но он бьет у нас паяцем, как и в предыдущем бое, который я играл Инферно Матч. Ну, может быть, вы смотрели, не знаю. Так. Раздаем всем. Снова у нас есть сигнатура, но что-нибудь другое хочу сделать. Видим, у Чокслэм уже... Ой, Чокслэм говорю. У Кейна ведь по-любому должно быть что-то, кроме вот того дропкика. Возможно, Sidewalk Slam, я не знаю, ну, стоит ли это как сигнатура или как обычный прием. Получает, в общем, бульдог у нас и Дэниел Брайан. Дропкик делает Синкара в спину Криса Джерико. Ну, снова видим, сейчас будет дропкик. Вот так вот. Винтич Кейн, старый Кейн. Или как? Классический Кейн, даже вот так вот правильно будет сказать. А, как-то я неожиданно поймал лестницу и гребаю ею Эзекиля Джексона. Вот удачно вроде поставил лестницу. Ну, попробуем. Почему я дотягиваюсь? Вроде нормально стоит. Ну, может, у меня глаз сбился, и я не вижу, что стоит очень криво. По-моему, стоял нормально. Вот сейчас, по-моему, вообще четко стоит. Да блин, я не успел залезть, Эзекиль уже опрокидывает лестницу. Окей, нарвался чувак. Чё ты там, типа, Джерико мочишь, иди сюда. Получать будешь. DDT, отлично. Я тебе первому лицо разобью сегодня. Вставай. Так, ну снова будет сейчас этот дропкик. Неожиданно мы переместились из угла как-то на центр, ну да ладно. Не суть. И сейчас кто? Ну ладно, пускай это будет Синкара. Получает Чокслэм прямо на лестницу. Так, толкает нас Эзекиль. И что, и реверсирует он слэмом. Ну, вот так вот стою от Кейн, конечно же. Кейн просто так не сдастся. Блин, у меня тут какая-то херня выскочила. Так, секунду. Что-то провода барахлят, видимо. Так. Снова делает он слэм этот. Что же будешь делать-то? Вот у Артруфа тоже есть финишер, видим. Да что ты будешь... Блин, у меня опять эта херь тут... Ну все, пропал у меня финишер из-за этой фигни, которая у меня ускакивала. Ну да ладно. Так, поставим вот сюда вот примерно. Ой, Эзекиль. И сюда. Получай. Да блин, да что ты... Блин, меня отвлекала там фигня. О, как-то лестница стоит. Что это за чудо? Ха. Ну да ладно. Получай, Эзекиль. Блин, подождите секунду. Так, вроде бы все. Главное, чтобы сейчас не остановилось на этом моменте видео. Но вроде бы время идет. И это хорошо, конечно же. В общем, сделаем Биг Бут Дэниел Брайана. Вот вы видели, может быть. Как же сделать-то, блин, кроме вот этого дропкика, какой-нибудь Sidewalk Slam или еще что-либо Кейном. Ну да ладно. Так, Эзекиль, Эзекиль, иди сюда, дружок. Эй. Блин, Дэниел Брайан делает нам чоп-блок, подсечечку. Нужно вставать. Ну ладно, Синкара опять у нас получит, видимо. Чоп-слэм.
тут толкает Дэниел Брайан Эзекиэль Джексон, да, я не могу попасть, что ты, блин, да что такое, делает мне elbow drop Артруф, да что такое-то, ё-моё, я что-то тут бегаю, спотыкаюсь, вот, наконец нахожу свою цель, Эзекиэль Джексон получает DDT, тут Артруф с лестницей, он нам ее поставил, спасибо, брат, о, еще и пододвинул любезно, отлично, так, это опасно. Так, это опасно. Что? У-у-у. Это какой-то, не знаю, слэм был, что ли, назад. Бросочек. Ну, на суплекс вроде не особо похоже. Ну да ладно. Как у меня сигнатура. О, может накопить на финишер. Вот, у меня есть финишер. Сейчас я... Да блин, Джексон, отстань. Что они мне с Артруфом командную прием какой-то делают? В общем, у меня... А, это не у меня, наверное, был финишер. Ну да ладно, если у меня, то... Нужно использовать его на вершине лестницы. Сделаем кому-нибудь чок-слэм оттуда. Видим, Синкара полез. Нам нужно вставать, помешать ему, потому что кроме нас это никто не сделает. Вот Эзекиэль, правда, помогает. Нам, что ли, да и себе тоже, что. Дропки, говорю, DDT делаем Дэниелу Брайану. Сделаем бигбут. Бах. Ага, реверсирует Дэниел. Тут Артруф своей херней прыгает на нас. Куда он нас двигает? На свет, что ли, чтобы... Как на операционном столе мы лежали, чтобы на нас свет прям падал. Так, что-то мы уже медленно бегать стали. Жаль, нет восстановления у Кейна. Вот ставим лестницу. Нужно хоть накопить, что ли. На сигнатурку или там на финишер. Ну, желательно на финишер, потому что сигнатур, по-моему, сверху ничего не делается. Только финишер. Крис, видим, полез. Сейчас вот сделаем вот так. Нет, далеко нам еще, видим. До финишера. А я. Получай ты. Еще получай. Еще получай. Так вот получай. Ну, финишер. Блин, я хочу сделать финишер. Ну да ладно. Ох, что ты... Перебрасывает нам, бэкдроп делает. Блин, Крис Джерихо, что-то я совсем запутался. А вы видели, да, как как-то, блин, волшебно передвинулась лестница и делает чок слэм Эзекиэлем на Синкару прям. Сегодня все достается Синкаре. От меня. Даже косвенным способом. Так, что тут сделаем? Сделаем бульдог. Что-нибудь на турнбаклу залезем. Вдвоем тут лежат. А, лестница скачет как-то неожиданно. Что-нибудь сейчас замутим с Синкарой. А, просто выбросим его, чё. Так, кто у нас еще? Артруф там, видим, валяется. А я пока Эзекиэля побью. Что-нибудь, может, сзади есть сигнатура? Да нет, нету. Может быть, чтобы лежал чувак. Есть какая-то сигнатура. Но у меня уже есть и финишер. В чем мне? Мелочиться сигнатурами там какими-то. Сделаем чокслэм Эзекиэлю. Вот так вот. Там, видим, лестницу сломали уже. Бигбут сделаем. Бах. Прям в цель. Отлично. Бульдог. Сигнатура. Сделаем бигбут. Попрессуем здесь Криса. Так, он реверсирует и сейчас нарвется по-любому. А, он у меня есть и финишер, конечно же, еще. И чок слэм сделаем Крису Джерику. Тут еще... Ага, реверсирует он. Ну да ладно, не хочет, так не хочет. Сделаем Синкари. Он сегодня у нас любит принимать чок слэма. Отлично. Вот так вот, прям удачненько. Эзекиэль взял, видим, лесенки. Ага, реверсирует Синкара. Вставать надо. Дэниел Брайан нам бьет по щам. Чопом таким огревает. Мощным. Нужно хоть забросить хотя бы одну лесенку, что ли. Кто-то что-то сломали, все повыбрасывали. Так, тут, видим, другие лестницы стоят. Пододвинем их таким вот способом. Так, накопим на сигнатуру. И жертва у нас, конечно же, Синкар. Кто же еще? Чё ты упал? Ой, он, смотри, под лестницу залез.
как-то вылез еще. Вот такая замечательная игра, без багов, прям вообще я люблю ее. Огреваем Синка. Синкару кувалдой. И у нас есть сигнатура. Может, еще сверху огреем, накопим на финишер. Потому что я вижу, Артруф мечется здесь, хочет залезть наверх, но нет. Видимо, он слез, но у меня есть как раз финишер. И я начинаю лезть. Нам бы сейчас вот кого-нибудь не хватало, вот, чтобы сделать чок-слэм. А я не дотягиваюсь даже. А нет, дотягиваюсь. И сразу тут как два грибочка выросли. Ой, ой, я повис тут. Раскрыли лицо Крису, а я тут повешу чуть-чуть и делают мне спир, стурнбакл и артруф. В общем, не достал я чемодан, но повисел так, понравилось мне. Ой, что это, я за ногу держусь. Об кувалду, видимо, ударился. Ну да ладно. Берем лестницу, тут двойной дропкик от Синкары и Артруфа, еще и вот так вот сверху. А я тут где? А я вон с лестницы бегаю. Вот Зикель, лицо у него еще не раскровавленное, но я обещал ему первым раскрыть, но первому разбили лицо Крису, Джерику. DDT, может быть? Нет, у Зикеля прочная голова, не разбивается просто так. Бьет нас по яйцам, блин, хитрец. И, конечно же, падаем. После такого удара любой мужик упадет. Ну, разве что с остальными яйцами не упадет. Или хоккеист с ракушкой. В принципе, у рестлеров тоже должны быть ракушки. Ну, не знаю, в WWE, может, и нету их. Где-нибудь в жестком там какой-нибудь и есть. Ну, не знаю. Так, что мы валяемся. Ну, все-таки я хочу действительно сделать кому-нибудь финишер, чокслэм, то есть с лестницы сверху, когда мы будем там с кем-нибудь висеть. Вот Артруф тут на бульдог нарвался. Так что вообще меня лучше не трогать. Залезем, ну что, на него прыгнем. Бах, вот так вот. Тут с сигнатурой, ой, с финишером у нас Синкара. Так что-то не могу взять его. Вот, наконец-то сейчас будет дропкик. Отлично. И вот у меня есть финишер, но нету лестницы. А лестница у Криса Джерику, ну или внизу. Ну, он ее сбрасывает. В общем, нарывается Артруф у нас на финишер. Сейчас получит он его чок-слэм. И там, видим, делает Walls of Jericho, Крис Джерику, естественно, Y2G делает этот прием. Ну, Крис Джерику, то есть. Ну, вы меня поняли, я уверен. Так, сделаем DDT Синкари, а то он что-то разбушевался здесь. У нас снова есть сигнатура. Отхерачим Синкару сверху, вот так вот огреем его кувалдой. И Дэниел Брайна также огреем. Что-то я прослушал, что кричали зрители. В общем, что-то здесь много очень народу для того, чтобы лезть. Но у меня есть сигнатура, точнее уже финишер. И попробуем залезть на лестницы. Да зачем я их беру? Мне нужно залезть на них. В общем, залезем с этой стороны и ждем. Да что ты... Да что такое-то, блин? Пододвинули они там. Так, видимо, не получится. Да, не получается, блин. Пока я провозился там. Нужно опять копить на финишер. Сейчас быстренько накопим. Вот уже, конечно же, сигнатура есть. И еще чутка осталось до финишера. Но снова не разбиваем голову Изикелю. Бежим, бежим, бежим. И залезаем. Вот, Синкара сейчас получит от нас чок слэм. Вот так вот. О, смотрите, как замечательно, да? Очень замечательно. Я еще и вылетел. Ну да ладно, хотя бы я не валяюсь долго. Мы как-то в воздухе висели. Очень прекрасная игра. И мне очень она нравится. Но WWE 12 еще хуже. Поэтому буду играть в то, что есть. В общем, пробежимся чутка. Прям как на метле Гарри Поттера. В общем, сделаем бульдог. Крису Джерико. Сделаем что-нибудь и Дэниелу Брайану. DDT. И полезем мы сюда, на лесенке. Тянем, но Крис опрокидывает лестницу.
Но Чокслэм мне очень понравился. Висящий в воздухе. Каждый день бы такой наблюдал в WWE. Пересматривал раз за разом. Как же так могут висеть в воздухе рестлеры? Я вообще не понимаю. Ну, это говорит о крутости этой игры. Зачем я выкинул лестницу, не понимаю. В общем, пора доставать уже, по-моему, чемодан. Ребятки мне не мешают. Да и не надо, не трогайте меня. Дэниел Брайан прокидывает лестницу. Я упал прямо на Криса Джерику практически. А потом как-то почему-то, блин, лежал-лежал, и тут вдруг будто я ударился об канат. Блин, очень крутая игра, без багов. Мне просто нравится. Я готов повторять это очень много. Вы сами все видите. В общем, ставим опять лестницу. Так, накопим лучше. Что-нибудь сейчас сделаем с Синкари. Зачем вот Дэниел Брайан убирает лестницу? Не чтобы залезть, попробовать. Он ее зачем-то убирает, я не понимаю. Элбоу дропы делаем. Ну, точнее, это, наверное, обычный удар локтем. Что-нибудь сделаем с головой Синкары. Шеи, точнее, наверное. Так вот, херанем. Бах! У нас есть сигнатуры. И Крис нам ставит лестницу, правда, я не пользуюсь этим. Так вот, давай-давай-давай на финишер. Финишер, пожалуйста. Ладно, нету времени на это. Может быть, сейчас накопится, пока я буду тут бить. Так, я не вижу, как мы там деремся. Блин, вы чё? Чё вы нам показываете? Нас скидывает. Крис Джерику надо вставать. Так, отлично. Артрус нам помогает и опрокидывает лестницу. Хотел, блин, сделать как лучше, а нам показывали другой момент вообще. Но у меня, в принципе, и финишер не был, так что чокслам бы не удался. Огреем кого-нибудь вот этими вот лесенками. Дэниел Брайан тут сабмишн делает Синкари. Эзекиэль Крио поставил лестницу, а мы вот так по башке бьем Артруфа. Ой. Огреваем, но он так вот лежит. Да что ты будешь делать? Дэниел Брайан делает нам DDT, я аж так отлетаю. После этого DDT, но у меня есть финишер. Нужно вставать. Попробую сделать на вот эти ступенечки. Ну, нет, видимо, не даст мне Дэниел Брайан. Да, пропал у меня финишер, зато у него появился. Блин, что-то долго встает Кейн. Я жму кнопочки. Вот, наконец-то. Бульдог. У нас что-то тут дофига народу. Нужно кого-нибудь выбросить. Например, Криса Джерика. Вылетает минус один. Тут Синкара. Так, нет, не вылетает. DDT получает. Ну, может, раскроим лицо? Эзекиэлю? Не, не хочет. Чокслэм? Ну да ладно. Хотя нет. Ну, о, Артруф. Эй, привет. Получай. Бах, на стол. Ой, на стол, говорю, на стульчик прям. Делаем DDT. Ой, промахиваюсь. Ой, опять промахиваюсь. Там бухой Джерико, видим, стоит. Да что, почему я нажимаю стик вправо, почему у меня влево отпрыгивает? Кейн. Ну, видимо, у Кейна действительно только на сигнатуре вот этот дропкик стоит. Больше ничего. Отлично, вот есть финишер, но здесь что-то народ дофига. Так, Синкара тут, видим, нарывается, что-то рыпается на нас. Артруф-то сейчас что-то идет просто к нам. Клоузлайн такой вот сбивает нас. Нужно вставать. А то сейчас опять по-любому финишер попадет. Ну, конечно. Фейсбастер. Или фейскрашер, не знаю, как называть. Дропкик делает Артруф. Долго я валяюсь. Точнее, Кейн. Мы наконец-то встаем и сразу DDT Артруфу за его шалости. Может быть, вас, ребят, угомоните вертухой? Че вы убежали-то сразу? Ну, я так не играю. Так, ладно, поставим. DDT. Вот у меня есть финишер, и Крис явно захотел полезть. Так, Синкар, даже нафига мне Дэниел Брайан? Элбоу дроп, зачем, зачем? Нужно, да что ты, что-то, блин, полезли. Вот, сейчас сделать нужно нормально чокслэм, не вися в воздухе, вот, отлично. И
Да, блин, у Кейна что, метла, что ли, невидимая? Как вот он так летел? Я не понимаю. Зикель, видим, полез. Так, не понял я, что крича зрителей. Похоже на Шейму Сакс, но здесь нет Шеймуса. Сейчас, видимо, Зикель выиграет. Нет. Дэниел Брайан хорош, он опрокидывает лестницу, роняет ее и с ней падает и Зикель Джексон. Ну, я знаю, что прям чутка осталось для того, чтобы снять тот самый чемодан, который висит наверху. Поэтому любая ошибка может стоить проигрыша. Нужно внимательно действовать. Лестница, блин, летает. Ставим лестницу. Залезаем. Долго уже лезет Кейн. Так, ну, победа. Победа, победа должна быть. Нет, опрокидывает нас Крис Джерико. Легкий этот матч практически никогда не бывает легким. Вот так вот бьем. Еще сверху греем Дэниел Брайана. Ладно, поставим. Разлегся тут Дэниел Брайан. Нужно его пододвинуть. И что-то отбирает у меня лестницу Синкара. И что сейчас сделаем с ним, не знаю даже. А, ну он ее ставит там. Делает бульдог. Сделаем чок слэм. Нет, не делаем. Но Зикелю же, блин, нужно раскроить лицо сегодня. Ну, не таким, конечно, образом, таким только спине будет больно. Вот таким образом. Поднимем его, но нет, не дает. Пинает нас по лицу. Бульдог. Сейчас сделаем ему дропкик. Не кровится у него лицо. Какой же у Кейна? Че, у него только два чок слэма и вот этот дропкик. Что такое? А, че нас колбасит-то? Я че не помню. В общем, снова делаем чок слэм. Ну, что-то лестница одна и то там в замесе. Возьмем еще одну. Ага, Синкара ставит. Нафиг тогда. Лучше ему помешаем. Так. Зачем ты снял Джерико? А, ну отлично. Типа пододвинул, что ли? Ну окей. Так, главное нам не ошибиться. Нужно гасить Криса. Так, у нас первым ударяет. Не, главное не упасть. Реверсирует Крис и... О! Кодбрейкер прям с лестницы. Это больно. С такой высоты об коленки ударится. И еще, видимо, Синкара выиграет. Нет, не выигрывает. прокидывает лестницу. Интересно. Ну, там прям вообще чутка осталось по-любому. Для того, чтобы снять этот инструмент. Ой, чемодан с инструментами. Хотел сказать. Чемодан. Ну, типа с баблом или чем там, не знаю. Мне, кстати, просили записать бой, чтобы там пояс висел. Но здесь в игре такого нету, только чемодан. Так что кейс только вот этот вот. Больше ничего. Там как-то можно сделать. Вот, и Зикелю раскровили лицо, но это сделал не я. Ну да ладно, зато раскровили, как и обещал. В общем, как-то можно сделать, чтобы, сняв кейс, точнее сыграв один матч за чемодан, второй матч играть за реализацию этого чемодана. Но я не знаю, как это сделать в игре, но это можно сделать. Вот, тянемся и... Что же? Да, выигрываем, снимаем этот пояс. И побеждает сегодня у нас Кейн. Так вот лежит с чемоданом. Все что-то валяются, кроме Синкара и все. Все валяются. В общем, сняли мы чемодан, сегодня победили. Вы увидели море багов просто вот в этом матче. В общем, всем пока, всем удачи.